Доброе всем утро. Чарли, наверное, опять к родственнику убежал. Чарли, блин! Прено мио, мио, бланко. Чарли, блин! Чарли, бен аки! Там собачка какая-то накакала. Она говорит, накакала. Я говорю, а мой белый, мой не накакал. Хотя другая, это собака родственников. Но я так сделала вид. Чарли, бен дасу. Что, типа, я их не знаю. Ой. Ветер поднялся какой-то. Кто там был? Ани? Ани, да? В общем, я... Ой, сейчас. Еду в далекое село. Не в село, а в Алькам. Нет, не в Алькам. В Меркадону. Куда я еду? В Меркадону. Надо съездить, купить кое-что. Жарко в машине. Показывает 26 градусов. Так что поеду в Меркадону, съезжу. Мне там чучи надо Чарли купить. Список, короче, составлен. Так что надо просто посмотреть в него. Делала фоточку в Инстаграм. Видео в ТикТок. Поработала. В общем, утро выдалось продуктивным. А на завтра дождь передают. Вот так вот. Но после обеда. Не хочу. А на субботу прям вообще 90% дождь. Я не люблю по субботам дождь. Но ничего не поделаешь. У природы нет плохой погоды. Мои покупочки. Мою вареннице. Оно же, смотрите, видите, провалились все крышечки. И, в общем, будет стоять еще. Я грибы нашла. Знаете, это что за грибы? Это мне еще невестка давала, когда я в Россию ездила в прошлом году, по-моему. Я их берегу. Вот, это ее, по-моему, папа собирал. И вот достала, чтобы полакомиться. Здесь у меня мои овощи разогреваются. И давайте пройдемся пока по покупочкам. В принципе, как всегда. Финики 10 грамм. Мне вот такие вот нравятся, которые на ветке уже, так, на ногти. Как всегда, не обращаем внимания, я парикмахер, красилась, и когда я крашу кого-то, то я уже 100 раз рассказывала, крашу в перчатках, мою голову без, поэтому окрашиваются ногти. Ну, в этом не важно дело. Финики рубль 25 у нас стоят. Я так замела. Так, финики 25, бургеры вот такие взяла, смотрите, вегетарианские, 2,40 стоят, сейчас я их... А приходишь это на машине. Сейчас. Кстати, пахнут очень вкусно. Это с сиреневым, как его называют, синеньким беренхеном. Ну, вы поняли, да? Так, дальше. Картошку в себе вот эта очень вкусная. Подруга, блин, подсадила меня с черным перцем и лимоном. Сколько она стоит? 90 копеек всего, представляете? Рубль 80 печенье, это для мужа, имбирные, они ему там такие нравятся. Купила 2 килограмма сахара, чтобы все, чтоб было. Он у нас стоит рубль 44, 2 килограмма. Евро 45, вот такие вот сальмончики для Чарли. Ага, Альга Конарос, вот эти вот, это, ну вы поняли, морская капуста. Нори, короче. Вместо чипсиков. Нори с воздушным рисом. Очень вкусная. Рубль 50 стоит. Семечки тоже. Вчера не купила, сегодня купила евро. Так, рубль 90 стоит вот такие. Вот Чарли для зубов. А-ля для зубов, конечно. И еще какие-то там есть, в общем. Так, рубль... Ага.
1,25 рубль стоит вот такая морская капуста, салатик. Я одну сейчас в заморозку отправлю, одну на завтра себе припомню, приготовлю. 94 копейки стоит вот такой половина капусты взяла. Ага, 3,59 пол арбузика взяла. 3,50 бананы. Рубль. Бананы рубль. Смотрите, весят 1 килограмм 002. Мне что-то... И... Короче, рубль. И авокадик. Тоже рубль 10. Ну, по-моему, все. Так, это оставлю в... я ее обещала показать в ТикТоке. У меня там ТикТок новая рубрика. Открою мои фавориты. Что мне нравится из Меркадоны. Я купила зефир там. А потом я посмотрела, а он-то на желатине зефир. А на желатине нельзя. Это же не тебе не это и не того, правильно? Так, что мне надо? Этот гамбургер отправить в холодильник. Один пожарю, один... Пахнет прям вкусно. Еще надо придумать... О, у меня еще манго есть. Еще надо придумать... Что еще надо придумать? Скажите мне. Лимонный перец. Ну это, блин, так вкусно. Удивительно. А это мне вместо с чаем пить. Вчера кинулась. Не с чем чай попить. Нашла шоколадку. Мне еще сестра с России привозила. Черный шоколад. Там 75% черного шоколада. Почитала состав. Никакого молока, никакого ничего нету. Попила чай с этим шоколадом. Я же сластена. Мне же сладенькое надо. Ну вот. Буду заменять. Надо только от мужа спрятать, а то все сожрет. Это была шутка. На улице такой ветрован, все сносит, пришлось все закрыть. Блин, куда мне это варенье ставить, а? Ну куда мне его ставить? Ну а это мой вот обед. Смотрите, как выглядит хорошо гамбургер. И клубничка. Всем приятного аппетита. Смотрите, какая вкуснятина получилась. Не пропадать же. Сейчас вот в такие пакетики залью. И закрою, блин, вкусно. Вкусно как? С сахаром. Вот так вот. В эти залью. И заморожу. И все. С блинчиками можно. Да с чем угодно. Сейчас покажу. Мне в Инстаграме вчера сказали, заморозь. Но клубнику замораживать целую нет смысла, потому что у нас клубника каждый, ну, целый год растет, поэтому как бы ее смысла нет замораживать. Можно свежую пойти и купить. А здесь не выбрасывать же, правильно, раз уж такое дело. Так вот закроется. Сейчас. Два вот таких пакетика отправляется в заморозочку. Как это называется? Челлендж? Но! В общем, Чарли, спираты. Ай, но! Три чучи разные. Посмотрим, какую он выберет. Но! Венга, коми, ке кере? Да, только вот он команду можно не знает. Тома, как ему сказать, что можно? Тома, аки.
Оп. Ну, я даже и не сомневалась, что он ту будет, потому что это его любимая. А потом, интересно, какая? Это его любимая Чуча. Потом, знаете, какая будет? Вот это. А вот это будет в конце. Посмотрим. Ой, я такая смешная, правда, команду нельзя, он знает, а команду ешь, он не это. Ну-ка, посмотрим. Кикерема? Кохе? Минга? Видите? Так, ну все, это уже лишнее. Это уже лишнее. Это мы оставим на потом. А то обожрется. Смотрите. Но я ста. Ну ты ва кумер чуть то лос диас, то зено, то льди. Чаек попиваю. Соседские собаки. Ну не в соседний, а через квартиру. Че ты там? Вдруг уронил что, да? Рюжа такая. Тра-та-та-та-там. Это мы так отдыхаем. У нас сиеста. Вот так вот. Нога к ноге. Такой шляпкой мою рыбку. Такой. Главное, чтоб потрогать маму, что она рядом, да? Моя рыба шляпкой спит. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Ладно, не будем мешать. Я тут чаек попиваю. Чарли был на кровати. Потом пришел такой, завалился. И занимается своим любимым делом, облизывание лап. Это у него прям вообще, он бы этим занимался круглые сутки. Вкусно, Чарли, лапы? Лизун. Чё ты тут ко мне пришел? Я тут без тебя замечательно проходила время. Ты посмотри, как он в камеру смотрит, как будто так и надо, а? Целоваться будем? Картина Репина. Чарли, целоваться будем? Горох натыбзить, а его и нету. Такой ветроган у нас. Но теплое, знаете, прям очень тепло на улице. Вот, ядрит Мадрид. Нету больше вкуснятины. А что так? Невыгодно им, наверное, здесь его держать. Хотя здесь никого нету. Или уже он созрел. Ну, кучки вон лежат, но его, наверное, собрали уже. Обыдно, досадно, я хотела Чарли угостить. А вон все. А уже все, а уже поздно. Пойду проверю. Все-таки. Ой, блин, крапива. Зараза, как кусачий какая. Крали пиво. Там какие-то машины столько много. Блин, крапива кусачая. Блин. Да не, собрали, наверное, все. Крапива бывает кусачи. Конечно, мне что ли оставят? Нету ничего. Ой, а вот один есть.
один есть. Вот еще один. Блин, крапива. Ну ладно, не буду же я здесь как это убираться. Ну, хоть два. Какая кусучая, блин. Крапиву, представляете? Все, закончилась моя еда. Чарли не понравился горошек. Сладкий, не знаю почему. Он съел. Или что? Вкусно же? Или не очень? На, вот, будешь еще? Ест. А он с моих рук все ест. Хоть что ему дай. Ну нет, хотя хамон, если дашь, не ест. Еще хочешь? Нифига себе, понравилось? На. Раскушал? Мама плохого не посоветует. Угу. Угу. На. Угу. Вот с тобой сходили, погуляли, поели. Не, никого. На, о! О, блин. О, раз. Во, на вот это. Поменьше тебе. Кушай, кушай. Что вот у тебя все вываливается изо рта? О, раскушал. Видали его? Угу. Все, поел? Пошли дальше. Нет, фу. Не, пойдем отсюда. Кому? Нет, ты посмотри на него. Раскушал. А, он с собой ее повезет, понесет до дома. До дома, до хаты. Не? Чудной, не могу над ним. Я же еще компота вот перелила, наварила. Сейчас поставлю в холодильник. Клубничный, вкусный. Без сахара добавила туда стевию. И немного сахарозаменителя. Сейчас себе арбузик отрежу. Уже чай заварила. В общем, а что-то хочется, знаете... Ой, выходи. Соленого, блин, хочется. Вот так всегда. Поешь соленого, хочется сладкого. Поешь сладкого, хочется соленого. Буду арбуз есть. И наемся, и напьюсь. И умоюсь. Кстати, вкусный арбуз. Яблочка нету. Думала, яблоко есть. Нету. Уже когда-то слопала. И все. Ужин пошла я. Кто-то там жарит мясо. Закрыть нафиг. Пахнет вкусно. Чего же греха таить? Но это не для меня. Вообще я уже давным-давно жареное мясо не ела. Ну что я вас туда ставлю-то? Я подсоединилась, чтобы просто попрощаться и понюхать жареное мясо. Вот. Так что вот так пошла я красоту смывать. И с вами попрощаться. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока. Завтра.